день такой, что хочется свершений. Его я долго ждал, он наконец пришел. Да-да, пришла пора принятия решений, что нужно совершить, чтоб стало хорошо. Я галстук повяжу оранжевой расцветки и облачусь в костюм, и твердо решено, пойду и наточу ножи своей соседки. Они ведь у нее не точены давно, они ведь у нее не точены лет 30. Из них возьми любой, и хочется рыдать, им резать колбасу, так лучше застрелиться, не хрюшку заколоть, не стенку покидать, не все переточить. Таких тупых ножей в Москве, конечно, мало, да и, наверное, вы наслышаны о них. Тупее, чем сериал по кабельным каналам, тупее любой попсы, тупее всех тупых. Но я их наточу старательно и ловко, поверьте, просто так я обхвастаться не стал. Они теперь возьмут и сало, и морковку, да что там говорить, возьмут любой металл. Я все переточить успею за сегодня, а после в магазин и выпить принесу. А ты нежданный гость, езжай к себе на сходню, у нас все хорошо, мы режем колбасу. А ты нежданный гость, езжай к себе на сходню, у нас все хорошо, мы режем колбасу.